Телеграм-канал администрации Самары «Вести» с Дворянской напоминает, что с 15 по 17 марта жители Самарской области смогут принять участие в голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Объекты, вынесенные на голосование, и адреса пунктов голосования можно узнать в специальном чат-боте или на сайте национальныепроекты.рф. Приходите на пункты голосования и выбирайте набережную, парк, сквер, площадь или другое общественное пространство, которое нужно создать или обновить. В этом году на голосование вынесен 101 объект. Федеральный проект формирования комфортной городской среды реализуется по решению президента в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Ленинский район Самары в телеграм-канале напоминает, что уже завтра жители Самарской области смогут принять участие в викторине общественно-просветительской акции «За родное, за свое». Для этого необходимо прийти в один из центров общественного голосования, правильно ответить на несколько вопросов о Самарской области и ждать улыбки фортуны. Призовой фонд – 5 автомобилей, 50 поездок на выставку «Россия в Москву», 100 туров по Самарской области и 500 наборов «Мобильный турист». Администрация Кировского района сообщает, что в Самарской области этой весной ожидается мощный паводок. Приволжский УГМС прогнозирует уровень воды выше среднемноголетних значений на 55-240 сантиметров. В марте-апреле в зону подтопления могут попасть населенные пункты и дачные участки. МЧС напоминает, что жители частных домовладений также должны включиться в работу по предотвращению паводка, убрать со своих участков снег, позаботиться о животных и в случае опасности вызывать специалистов.